В рамках старта предстоящего года боевой славы в минувший вторник во время заседания Совета ветеранов в Верхнеуральске состоялось торжественное событие. Председатель общественной организации ветеранов боевой службы в Германии и странах Варшавского договора Федор Дитловский вручал памятные медали жителям Верхнеуральского района. Награду достойны Алексей Лобашкин, Александр Алякин и Сергей Кокорин. Геннадию Рожнову медаль передали через его брата.